Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль ВАЗ-2109, судя по стеклам 2007 года выпуска, двигатель 1.5, механика, передний привод, пробег по спидометру 97 тысяч километров, ну как и год, и как и пробег, здесь не очевиден, потому что автомобиль карбюраторный для 2007 года, хотя у нас все могло быть, я подозреваю, что он не 2007-го, 97-го. Попросили посмотреть, газы горят, уходит антифриз и идут газы в систему. Завел, посмотрел, подозрительно ничего не увидел. И как легко проверить простым народным методом: одеть презерватив на систему охлаждения, открутить расширительную, с расширительного бачка пробочку. Сейчас запускаю, прогреваю и одеваю. Резинотехнические изделия буду использовать. Запускай. Он и работает более-менее устойчиво, двигатель его нет-нет протряхивает. А человека, хозяина, смутило то, что очень сильно стал парить и ушел антифриз. Сейчас звонил, говорю: ты мне объясни всю предысторию, как у тебя ушел антифриз. Менял, говорит, помпу и ремень ГРМ. После этого залил антифриз, покатался какое-то время, говорит, открываю бачок, а он пустой. И, говорит, там очень много пара. Я говорю: так это не показатель. Как раз получается, что из печки не ушел воздух, остался воздух в системе охлаждения, и когда он поехал, у него воздух этот выдавило. Погазую маленько. Во, резинотехническое изделие приняло боевую готовность, но это не показатель того, что идут газы. Сейчас дождемся включения вентилятора. Если включится вентилятор и презерватив упадет, значит, это просто расширение антифриза. Если бы он раздувался шариком, да, это показатель уже того, что здесь идут газы в систему. Но пока здесь работает, возьму еще чистый лист бумаги и приложу его к глушителю. Вот, включился вентилятор. Все. Антифриз пошел охлаждаться. Хлоп. Как говорится, расширение его уменьшилось, и презерватив сдулся.
Это говорит о нормальной работе системы, что выхлопные газы туда не попадают. Отключится вентилятор, он начнет раздуваться. А так, вот видите, он полностью сложился. Его даже втягивает вовнутрь. Эй, не убегай, друг. Ладно, убежал. Вернулся в свое рабочее состояние. Идем к глушителю. Вот так сильно парит из глушителя. Это еще один момент, который хозяин напугался. Прикладываем лист бумаги чистый на расстоянии примерно 5-7 сантиметров. Хорошо видно вода. Ну понятно, что здесь сейчас все скажут, как ее проверить, антифриз это или простая вода, конденсат. Языком. Ядовито, да. Лизнул языком, попробую, если антифриз будет сладко. Выплюну и промою рот. Воду приготовил. Ну, попробовал. Нету антифриза. Это вода. Если сейчас высушить, здесь даже пятен не останется. Антифриз он все равно жирноватый, от него остаются пятна. Здесь пятен нету. Масло автомобиль тоже не бросает, потому что были бы крапинки масла. Возвращаемся под капот, как раз вентилятор включился. И опять видно, вот я его не снимал, презерватив опять упал. Автомобиль прогрет, газовал. Это хороший показатель того, что из камеры сгорания газы в систему охлаждения не попадают. Вот таким простым методом можно проверить. На этом все. Всего вам доброго.